Режим самоизоляции совпал с началом сезона ранних овощей. Основной канал сбыта фермерской продукции, ярмарки и рынки сейчас закрыт. В настоящее время малые хозяйства в Краснодарском крае производят в день более 300 тонн овощей, очень нужных потребителям. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на краевом совещании подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы продукты просто пропадали и выбрасывались. Необходимо помогать фермерам со сбытом. В нашем муниципалитете не на словах, а на деле содействуют сельхозпроизводителям, продукция которых востребована в славянских магазинах. Мы не используем удобрения вредные. Наш продукт неоднократно был протестирован в лабораториях, которые себя очень высоко зарекомендовал как высокий экологический продукт. Выращиваем мы огурцы, клубнику, зелень. Вот. На сегодняшнее время это действительно очень важно — употреблять в пищу витамины. Также очень важно употреблять овощи и салаты. Мы принимаем заказы ежедневно и доставляем как в магазины, так и к частным лицам, к людям, прям подвозим ко двору. Свежие овощи и фрукты привлекают покупателей вкусом и высоким качеством. Витаминная продукция местных производителей не залеживается на полках. Приходят многие за свежими витаминами, за хлебом, за молоком, но также и пользуются спросом и витамины, огурчики, помидорчики, зелень. Все поставляют нам фермеры. Качество хорошее? Я и домой брала, неплохое. Так как у меня клубника своя есть, мы берем огурцы. Налаженное взаимодействие фермеров с магазинами позволяет им реализовать свою продукцию. И это поможет славянцам приобрести все необходимое и не остаться без свежих овощей и фруктов.